Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим антипик такого героя, как Брудмазер или просто Брута. У нее есть как основные антигерои, то есть это герои, которые способны ее убивать из-за ее паучков, так и не основные. Сначала давайте рассмотрим основных. Это два героя. Шейкер и Акс. То есть у нас Акс, когда, например, прыгает с даггера, он агрит на себя Бруду и ее паучков, и увеличивается шанс прокрутки третьего скилла. Тем самым убиваем Бруду. Давайте мы сейчас это все реализуем. Вот, например, вот мы знаем, что здесь находится Бруда с паучками. Прыгаем. Опа. 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 И все, и заканчиваем. Все очень просто. Давай, Бруда, пойдем ко мне в гости. Так, и дальше у нас идет Шейкер. То же самое практически. То есть, чем больше паучков, тем больше шансов убить Бруду. Опять ставим паучков. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И вот Шейкер наш. У Шейкера срабатывает ультимейт и третий скилл. Чем больше врагов, тем сильнее урон. Тем более, если мы соберем Аганим, это вообще без вариантов. Не просто Бруда умрет, а вообще все, что с ней рядом даже находится. Все герои умрут. Так. Ну, просто, например, знаем, что здесь находится Бруда. Фукс! Нету Бруды. Видите, да, все очень просто. То есть нам даже не нужно ни первый скилл, ни второй. Просто прыгаем и ультуем. Все, я вам показал именно основных антигероев, да? То есть, которые... 100% законтрят Бруду. Теперь я вам покажу не основных. Это герои, которые тоже испоганяют жизнь Бруде, да, но при этом они не убивают ее прям моментально. Они просто мешают ей. Теперь давайте рассмотрим не основных антигероев, но, опять же, они легко испоганят жизнь Бруде. Легко. Ну, можно прямо идти по порядку. Ну, начнем с того, что, опять же, всякие Свены, Тини, они спокойно убивают паучков. То есть, не основные антигерои, это практически все, кто могут моментально убивать паучков. Кунка легко. Он, в принципе, может со второго скилла просто убивать всех. Ну, если не получается со второго, может с торрента из корабля. Потом, а Клокверк может ракетами закидывать. Омник может похилить какого-то крипа, вокруг которого находятся паучки, и паучки сразу моментально умирают. Потом алхимик может кидать первый скилл, это яд, тоже будут умирать потихонечку. Очень много таких героев. А, Тимберсаф тоже отличный вариант. Ультимейт, пила, плюс первый скилл там. Потом можно также рубить деревья, в которых прятается Бруда, ее легче будет гораздо найти. И так далее. Потом, например, Легион Командер, ее первый скилл контрит. Ну, великолепно контрит Бруду. Кто у нас? Это у нас Котл. Тоже шикарно. Своей волной он просто все выносит. Всех паучков моментально. И да, я чуть не забыл про таких героев, как Баунти Хантер, у которого есть метка. И Слардар, тоже с меткой. То есть, кидаем метку на Бруду, мы ее палим, убиваем и унижаем. Просто испепеляем ее. Я думаю, после этого видео вам будет очень легко убивать Бруду. Напишите в комментариях имя героя, которого вы хотите увидеть в ближайших выпусках. И я сделаю и расскажу про его антипик. И как законтрить этого героя. Просто изи-бризи. Поставь лайк! Напиши комментарий. Подпишись на канал.